Айдал, джентльмены, вы знаете, кто подписан на канал давно, что моей целью было пожать гирю 40 килограмм на одну и на другую руку. Я это выполнил, я закрыл эту цель, но что дальше? Дальше я уперся как будто бы в потолок, выше которого я не мог прыгнуть, выше одного повтора. Да, я мог 42 пожать, даже 44 пожать, но взять 40 ракеты и сделать мельницу на несколько повторов было для меня непостижимо сложно. Как вы видите в начале видео, я сделал это и решил поделиться с вами секретом, так сказать. Что же мне помогло жать больше? Все банально и просто. Помог жим лежа. Я жим лежа не особо любил это упражнение, никогда не ставил себе целью пожать больше. Лучший результат в свое время был 135 килограмм на раз. Но как только я его вернул сейчас в свою тренировочную систему, сразу пошли результаты и в жиме гир, чего я так сильно желал. Что будет дальше, посмотрим. Но бонусы уже очевидны. Я пожал больше, у меня все-таки начала лучше выглядеть грудь, грудная клетка в целом. Это упражнение подстегивает развитие верхнего плечевого пояса, поэтому про него забывать не нужно. Как я жму и сколько я жму? Все очень просто. Жму я на одной неделе вторник, суббота. Вот сегодня суббота. Я пожал. На другой неделе жму в четверг. И вот с такой периодичностью я работаю. Примерно выполняю по 5-6 повторений. 2-3 подходика. Бывает на 3 повтора. Вот сегодня я 115 пожал на 3. После этого времени уже особо не оставалось, нужно было лететь к стоматологу. Я взял собственный вес тела, сейчас я вешу 80-89 килограмм. Я округлил 90 килограмм, пожал на максимальное количество раз. Получается пожать на 14 раз. Результатом я без всякого сомнения очень доволен. Но я так делаю очень редко. В основном я наоборот беру те же 85-90 килограмм и делаю очень медленное опускание и быстрое выжимание наверх. И такого рода работа дает свои плоды. В общем, я не думаю, что это для кого-то было секретом. Просто я пренебрегал жимом лежа, отжиманием на брусья, вернул это в свою систему тренировок и сразу сдвинулся с мертвой точки. Поэтому делаем выводы. Тело не любит делать одно и то же. Застой наступает очень быстро. Нужно разнообразить тренинг. А все, что касается разнообразия, все, что касается гир, все, что касается программ тренировок с ними, все есть внизу в описании. И книги, и программы тренировок в закрытом телеграм-канале. Переходите, кому интересно, смотрите. Ну а я буду ждать, когда же мне приедет от компании Brutal Bell вторая гиря 40 килограмм в виде обезьяны. И я надеюсь, с ними смогу пожать еще на большее количество. Жмите на колокольчик, подписывайтесь. До скорых встреч. Пока-пока.